Всем привет, ребята! Вы на канале Королёк К. И с вами очередной выпуск кукольных новостей. Поехали! Если вы смотрели наши прошлые выпуски кукольных новостей, то вы уже в курсе, что осенью выйдет кинематографическая серия кукол Lolo MG Movie Magic Dolls, в которую входят 4 куклы. А подробнее об этом вы можете посмотреть по ссылкам в описании. И в продолжение этой темы также осенью выйдет огромный новый кукольный набор с куклами LOL OMG и LOL Surprise под названием LOL OMG Movie Magic Studios. Поставляться этот набор будет с более 70 сюрпризами, а это 2 куклы LOL OMG, 6 сестричек, 2 малышки, 2 питомца. И самое главное, штатив для телефона, чтобы снимать фильмы. А все благодаря упаковке, которая превращается в киностудию с 4 сценами и зеленым экраном кинотеатра или же хромакеем. Ну а с 12 куклами вы сможете создать полный актерский состав и команду для каждого фильма, который вы снимаете. В общем, с такой 3D распаковкой каждый из вас может стать режиссером и наснимать кучу разных кукольных историй. Также осенью появятся в продажу очередные наборы с мебелью для LOL Surprise, но в зимней тематике под названием LOL Surprise Winter Chill. И как и всегда, будет в этой серии 4 комплекта. Но у меня есть только фотографии с распаковкой одного набора. Но все равно и тут видно, что это очень даже занимательный наборчик, который выглядит по-зимнему. И даже внутри весь интерьер в зимней тематике. Вместе с куклой идет малышка Tiny Toys, очки, бутылочка, кроватка и ступеньки с ящичками, что очень удобно. А еще, как вы могли заметить, кукла в этой серии глиттерная. Как только появятся новые фоточки других комплектов с мебелью, я обязательно дам вам знать. Главное, чтобы вы были подписаны на наш канал. Ну и последняя новость на сегодня. В сети появились фото будущих кукол LOL OMG из новой серии LOL OMG World Travel, или же кукол из кругосветного путешествия. И пока что есть только фотографии артов на коробке. Эта коллекция, скорее всего, отличается от остальных тем, что в ней будет всего 3 куклы. И поэтому теперь я думаю, что и в пляжной серии их тоже будет 3. А как вы думаете? Напишите мне об этом в комментариях. И смотрите прошлые наши выпуски. А на этом было все, ребята. Всем пока! Подписывайтесь на Королёк К!